На Ленинском проспекте столицы огромную пробку собрал водитель автомобиля Porsche, который столкнулся сразу с 6 машинами и троллейбусом, из-за чего пострадали 3 человека. Как сообщили в полиции, за рулем иномарки был 20-летний житель Москвы. Права он получил в декабре прошлого года, при этом, по данным ГАИ, он не числится среди злостных нарушителей правил. Предварительная версия – молодой человек не справился с управлением.